Лучший тяжелый форвард по итогам сезона Суперлиги Алексей Нестеров покинул расположение «Спартака Приморья». Игрок перешел в саратовский «Автодор», который выступает в единой лиге ВТБ. Нестеров стал самым результативным игроком в составе приморцев. На его счету в среднем за игру 14 очков. Кроме того, он являлся лидером команды по количеству дабл-даблов 11 раз за сезон. До завершения первенства ФНЛ осталось два тура. Оба «Луч энергия» сыграет на выезде. В последнем домашнем матче «Желто-осенние» крупно уступили самарским «Крыльям Советов» 0-5, которые ведут борьбу за выход в плей-офф. И после 32-го тура сравнялись по очкам с «Анжи». Приморцы занимают 8-ю строчку в турнирной таблице. Ближайший соперник «Луча энергии» «Сахалин» борется за выживание в ФНЛ. На стадионе «Строитель» больше 150 детей приняли участие в соревнованиях для школьников и дошколят «Веселые старты». Мероприятие для детей традиционно организовали администрация Владивостока и муниципальная детско-юношеская спортивная школа единоборств. В мероприятии принимают участие детские сады Первореченского района города Владивостока. Данные «Веселые старты» у нас уже 12-е по счету. Мы планируем дальнейшее продолжение мероприятий, ежегодное для детишек. Юные спортсмены соревновались в скорости, в точности броска, умении вести мяч и прыгали со скакалками. Лучших отметили грамотами. Марьяна Семенко, новости спорта на 8.